Аллилуйя! Мир вам и благодать до да множества. Добро пожаловать эм, в эфир общины Дом Веры. Добро пожаловать в наш эфир. Приветствую всех зрителей телеканала CNL, моих друзей, партнеров, всех тех, кто присоединился к нам. Еще раз хочу напомнить, что мы едем в Израиль и в конце октября, если у вас есть желание, пожалуйста, 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 поехали со мной в Израиль. Это будет потрясающее время, когда мы с вами можем провести две недели, по-моему, 13 дней вместе или 12 дней вместе, но это будет просто просто, в, я буду носить ваши чемоданы, поэтому, пожалуйста, поехали со мной в Израиль, это будет нечто у нас, по-моему, осталось 10 свободных мест а, в туре, поэтому если у вас есть желание присоединиться пожалуйста, поехали со мной в Израиль ну что, да, я Максим Максимов, и да, это прямой эфир и да, а, мы сегодня будем говорить на очень важную тему благодарю Господа за возможность быть с вами в общении, строить отношения. Благодарю Бога за каждого из вас. Благодарю всех тех, кто присоединился. Я вижу у нас в Доме Веры, на сайте домверы.ру уже присоединились многие люди. Давайте посмотрим, кто там у нас. Яна из Москвы, приветствую. Слава из Казахстана, приветствую. Евгений из Кишинева, приветствую вас. Любовью Господа. Ольга из Караганды, Георгий из Нальчика. Всех-всех-всех приветствую. Яна из Швеции, Лариса из Бершевы, всех приветствую. Нальчик, Бершева, Киев, Сарань, откуда еще города, Греция, Киева, Молдова, Россия, Украина. В общем, география огромная, всех вас приветствую. Приветствую вам мир вам и благословения. Я вернулся с гор и сегодня хочу говорить на важную тему. Давайте посмотрим. Из-за чего люди совершают падение? Или почему происходит в жизни людей падение? Я имею в виду падение в служении. Одна из основных причин, конечно же, это гордость. И мы с вами говорили о, о гордости. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Я буду читать с 9 стиха и дальше. 1 Коринфянам, 15 глава, с 9 стиха. «Я же, ибо я наименьший из апостолов». «Не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию», говорит апостол Павел. Дальше, 10 стих. «Но благодатью Божию я есмь то, что я им. «И благодать его во мне а, не была тщетна». Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Потрясающе. А, не я, но благодать Божия потрудилась. Мне кофейка принесли горячего, надеюсь. О, потрясающе, спасибо. А, итак, посмотрите. А, он говорит: я наименьший из апостолов. Хотя потрудился больше всех. Апостол Павел четко дает оценку. Кто-то может сказать, но это же гордыня! Это же гордыня сказать, что ты больше всех потрудился. Как бы, э, как бы это звучало, он же имел в виду других апостолов. Я э, наименьший из апостолов, даже не достоин называться. Он четко дает себе отчет. Я не достоин называться апостолом, потому что я гнал церковь. Я, я преследовал христиан, я преследовал верующих, я гнал церковь. Но все-таки я потрудился более всех остальных. Вы знаете, у апостола Павла очень четкое самоосознание. И это не есть гордыня, когда он говорит, что я подрудился более всех. Но он дает себе четкую оценку: я наименьший из апостолов, я был врагом, врагом я гнал Церковь Божию. Он дает себе отчет, Он осознает, кто Он есть. Он не пытается создать образ а, лучше. Знаете, сегодня, когда кто-то говорит о своем служении, он пытается возвеличить: мое служение такое влиятельное, и вот это, и вот это, и вот это, вот это. И, и пытается доказать кому-то что-то, убедить остальных, что у него такое классное служение. Он великий такой служитель. И я, я смотрю и говорю: ну, ну и что? А, ну как? Ну Бог дал мне такое служение. Но ну, посмотрите, как апостол Павел говорит, я наименьший из апостолов. Он не пытается себя поставить выше других апостолов, он ставит очень четкую позицию. Я наименьший. Трезвая оценка, трезвая оценка, трезвая оценка своей позиции, трезвая оценка а, свои, свои, своих обстоятельств, трезвая оценка, очень четко и трезво оценить, кто я есть а, многие люди не могут дать себе трезвую оценку. У них а, а, очень такая, знаете, как мы, когда говорим о других, мы говорим а, таким а, трезвой оценкой. Когда говорим о себе, мы говорим с концепцией прощения и понимания. А, дать трезвую оценку самому себе. Да, Бог избрал меня, Бог поставил меня. Но кто ты? Ты хочешь сказать, что ты лучше других, больше других? Знаете, гордыня гордыня, а мы уже с Ларисой говорили на эту тему, гордыня – это один из самых серьезных ядов на земле. Когда гордыня приходит, она опускает человека очень-очень низко. Я бы сказал так, Бог не хочет делиться своей славой. Бог не хочет отдавать свою славу. Бог не хочет... Э, не хочет... Он, он не собирается свою славу отдавать Кому-то. Он хотя он дает нам славу, но с целью проверить, а, мы ее задерживаем, оставим у себя, или мы ее а, отпустим. Когда мы принимаем славу, когда тебе говорят какие-то комплименты и ты не передаешь, не отражаешь ее, ты там начинаешь нагреваться. Вы знаете, любой предмет, который не отражает а, свет или тепло, он начинает нагреваться. Если мы говорим о цвете праведности, цвет праведности белый, а я как художник могу сказать, белый отражает все цвета спектра радуги. Цветовой спектр, знаете, да, красный. Каждый охотник желает красный, оранжевый, желает желтый, знать зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот, вот этот спектр, спектр полностью отражается от белого цвета. Когда мы говорим о черном цвете, он все цвета впитывает, все впитывает. Если говорить о зеленом цвете, он отражает зеленый цвет. А вопрос, как, как, что ты впитываешь? Когда идет слава Божья в твоей жизни, ты в чем-то преуспел, ты принимаешь и говоришь, о, я благословенный, я великий, я классный, я сильный, я могучий, я, я помазанный. Или ты говоришь, слава вся да будет Богу. Научиться отдавать славу Богу, отражайте Божью славу. Вообще, будьте скоры на признание Божьих благословений. Будь скор. Любое благословение в твоей жизни, которое приходит тебе, автоматически, сразу же передавай Господу. Передавай, переадресовывай. Не задерживай благословение на себе. Не задерживай похвалу на себе. Не задерживай славу на себе. Знаете, слава сродни яду. Если ты ее задерживаешь, она отравит. Если ты ее пропускаешь, она как лекарство будет, будет тебя поднимать больше. Чем больше ты отправляешь славы от себя, чем больше ты оттал, отправляешь славу дальше, тем больше, тем больше твоя жизнь будет наполняться славою. Это процесс. Хотите больше славы, отправляйте больше славы. Не принимайте, научитесь отражать славу. Для меня вообще всегда, я не знаю почему, но мне всегда очень сложно выслушивать дифирамбы, когда люди поют. Вы знаете, это как наказание во время дня рождения, когда все начинают говорить, вот наш пастор Максим, и начинают говорить, говорить. И мне все хуже и хуже. Знаете, я даже придумал такую вещь, защитная реакция, чтобы люди не говорили, на моем дне рождения выступ, выступали уважаемый Максим Алексеевич, мы хотим да, да, да. благодарный народ. Я не хочу. Я знаешь, что стал делать на дне рождения? Я взял и сказал: теперь у нас будет программа. И я придумал развлекательную веселую программу. Сам был конференсье, два часа выступал, все смеялись, хохотали, общались, никто ничего не сказал. Там а, с лекцией не выступил в с похвалой в пользу э, именинника. И, и, э, и все призы повыигрывали. Пришли на день рождения, ушли с, с призами, с подарками. Э, атмосфера была потрясающая. Мне так понравилось, что люди не пели дифирамбы. Потому что мне не очень... мне Я понимаю, слава, она хороша. Но она работает как яд. Вода хороша. Но если в машину вместо бензина налить воду, машина сломается. Нельзя в бензобак наливать в воду. Вода прекрасный ингредиент. Вода очень нужна. Без воды плохо. Но мы состоим из воды. Но если мы принимаем воду... Вот давайте так. На 80% я состою из воды. И вы на 80% состоите из воды. Огурец на 90% состоит из воды. Знаете, 10% какая разница. На 80% мы состоим из воды. Но если вашу голову засунуть в воду на 5 минут, ты же состоишь из воды, давай радуйся, то вы умрете. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот как вода, как слава, ты состоишь из славы. Но если ты засунешь свою голову, ты утонешь, захлебнешься. Потому что вода попадает не туда. Если она попадет в, в легкие, ты погибаешь. Мы состоим из воды мы состоим из воды. Но если вода попадает не туда, мы погибнем. Другими словами, вода, она как друг, без нее мы умрем, и в ней мы можем утонуть. Нам нужно, мы, мы состоим из славы, и эта слава исходит из нас. Вы знаете, из меня исходит вода, я постоянно пополняю воду, но если я начинаю в дыхательные пути отправлять воду, если я утону в воде, я умру воздавай славу Богу. Воздавай славу. Будь скор на признание Божьих благословений. Аллилуйя. Давайте откроем Якова, послание Якова, это Новый Завет. Якова, первая глава, 17 стих. Это сразу же там после Евангелия. Написаны такие слова. Всякое даяние доброе. Всякое даяние доброе. Евангелие Якова и всякий дар совершенный, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений, те и Любой добрый дар, любое благословение в твоей жизни исходит от кого? Любое продвижение, любое умножение, любое, любое, любой подъем, любое благословение, любая мудрость, любой успех исходит от Отца Света. Всякое дание, Бог поднимает тебя, благословляет тебя. И чем больше ты получаешь благословения, не говори, ох, ты, мне повезло, воздавай славу Богу. Тебя взяли на работу, воздавай славу Богу. Тебе заплатили зарплату, воздай славу Богу. тебе, тебе дают продвижение, тебе начальник обратил внимание, тебе выдали премию, наличные деньги, воздай славу Богу. Воздай слава Богу. Воздавай. Знаете, звезды Голливуда, они никогда не воздают славу. Они берут себе славу. Конечно, есть люди, спортсмены и звезды Голливуда, которые отдают славу Богу. Но большинство людей, звезд Голливуда, берут себе славу. Они впитывают славу. Не впитывай славу. Ты перегреешься. Твоя жизнь перегреется. Тебе будет очень сложно и трудно. Не бери себе славу. Я вас умоляю, драгоценные мои, не берите себе славу. Воздавайте славу Богу. Подарите Богу славу. Отдайте славу Богу. От, отражайте, отражайте славу Божью. Говорите все, переадресовывайте Богу слава, Богу слава. Когда тебе говорят, ты молодец, говори, это Бог. Когда тебя хвалят, это Бог. Воздавай, Ребята, если вы впитываете, если вы стоите и вы такие киваете, да, да, угу. это я, да, спасибо. Так, так, да, это я. Спасибо, спасибо. Ты такой стоишь, изображаешь смирение, но не отражаешь славу. Ты впитываешь, и чем больше ты впитываешь, ты погибнешь. Ты утонешь в этой воде. Она тебя утопит. И ты никуда не вырулишь. Воздай, славу Богу. Аминь, аминь, аминь. Знаете. Иногда а, Бог убирает руку от нашей жизни. А, и а, чтобы мы посмотрели, вообще, кто мы такие. Иногда Бог просто убирает руку. Давайте. Помните, написано 1 Петра, 5 глава, 6 стих. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. А, Написаны такие слова. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Смиритесь под крепкую руку Божию, и да вознесет вас в свое время. Знаете, есть рука Божья. Так понятие: смиритесь под крепкую, 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Смиритесь под крепкую руку Божию. Другими словами, рука Божья она над нами. Смиритесь под крепкую руку Божию. Смиритесь, смир... О, Его рука надо мной смирись, а, не дергайся, не пытайся что-то доказать. Божья рука над тобой. Не, то лишь бы он не убрал свою руку. Если ты начнешь выпендриваться и говорить, это я сам, это я молодец, это я классный, я старался, у меня все получается. Тогда он скажет: Ах, так да? Ну давай посмотрим. Давай посмотрим, что ты можешь без моей крепкой руки. О, Господь, благодарен тебе за руку твою! Я ничего сам не могу от себя сделать! А я слышал, как один человек молился: Господь, воздай мне по моим делам! Я так старался. И когда я услышал это, сказал, я стоял рядом и сказал: Господи, не воздай мне по делам моим, не воздай мне по моим стараниям, ибо кто я, прах, ничто не могу, ничего не способен. Но все Ты, тебе слава и честь. Не убирай свои руки, не нужно мне воздавать по моим делам, ибо я ничтожен без Твоей благодати. Аминь, драгоценный мой. Не пытайтесь упросить у Бога, что по заслугам вашим, ваши заслуги ноль. Ноль, просто булочка, бублик, дырка от бублика. Ноль. Ваших заслуг нет. Все заслуги Богу, вся хвала Богу, вся честь. Научитесь жить благодарной жизнью. Научитесь благодарить Бога, и вы увидите, как больше и больше рука Божья будет над вами, и будет благословлять вас, и будет вести вас, и будет направлять вас, и Бог будет поддерживать вас, и Бог будет укреплять вас, и вы увидите защиту Божью над вашей жизнью. Аминь, аминь, аминь. Воздай славу Богу. Помните царя Навуходоносора? Это был такой красивый величественный царь который просто он, он был очень такой любил себя чтобы похвалили и и бог с ним провел такой интересный эксперимент книга пророка даниила старый завет даниил 4 глава книга пророка даниила 4 глава 26 стих по прошествии 12 месяцев расхаживая по царским чертогам в Вавилоне. царь сказал, ну не величественный Вавилона, который построил я, да, я, я построил Вавилон, дом царства, силою моего могущества и славу моего могущества, славу моего величия. Я крут да, да, я царь, я из Вавилона, я на Навуходоносор, я построил Вавилон, прекрасный город, о, прекрасный, знаете, очень такая, такая очень, ну, такая царская речь, такая, ну, знаете, вот, это я, да, я так Я, конечно, понимаю, под моим великим руководством, под моим, так сказать, направлением, стратегии моей партии, я сделал очень большие дела. Посмотрите, как я поднял страну. Хо -хо -хо. Страна поднялась из праха. Где вы были без меня, Ах, вы людишки? Хо -хо. Я ваш царь, я поднял вас. А смотрите, вспомните, где вы были раньше. А теперь со мной посмотрите. Дороги построены. Улицы построены. Снабжение обеспечено. Все нормально. А Вавилон становится величайшим городом в истории человечества, центр всего мира, где все культуры, где все, все вели, где все... Де... Но ну, мы, я смог, под моим чутким руководством, и народ говорит, да, да, о, велик царь какой то рейтинг такой, для тебя уважает, царь, на вуходонос, ой, молодец! и царь такой, да. да, я такой классный царек. Так сказать, я зарезервировал себе место в истории человечества. И вот дальше написано. 28 стих еще, и, еще, еще речь была сия в устах царя, и был как бы с неба голос. Я сейчас представляю, царь еще говорит, да, 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 да. Там так длинная речь, видать, была. Был с неба голос. Такой очень четкий, четкий голос. Тебе говорят, царь на царство отошло от тебя. 29 стих. И отлучат тебя от людей. И будет обитание твоего, твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала. И семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь что всевышний владычествует над царством человек человеческим и дает его кому хочет тотчас следующий стих под адрес тотчас исполнилось это слово моментально вот еще царь только ходил бахвальство тотчас исполнилось это слово на И отлучен был от людей, ел траву, как бык вол, а, орошало тело его росою небесы, так что волосы у него выросли, как у льва. Ногти у него, сейчас представьте, а, волосы, ногти, он озверел, он он стал ненормальным. Он он сейчас послушайте. вот, я когда смотрю на эту всю картину, я просто представляю какой дикий ужас. Он-то, а, ну дух звериный на него нашел, как будто бы он стал животным. Волос сейчас представляю, все смотрят на царя, он говорит: я великий, я славный, я крутой царь. И вот а, э, ногти. Uh, у него, как у птицы, По 31 стих. По окончании жизни тех ядного носор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Сейчас представьте, он воет, воет, и раз поднял глаза к небу, и разум возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, и восхвалил приносящего... Uh, uh, присносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле, и все живущие на земле ничего не значит. По воле своей он действует, как в небесном войсе, так и живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Аллилуйя. 33 стих. В то время возвратился ко мне разум мой, и к, и к славе царства моего возвратилась ко мне, и славе царства возвратилась ко мне сановитость и прежний вид мой, тогда взыскали меня советники мои вельможи, и я восстановлен царство мое, величие мое еще более возвысилось. Ныне, 34 стих, я на Бухадоносор ставлю и превозношу и величаю царя небесного который все дела истинный праведный, который силен, смирить ходящих гордо. Смирен, силен смирить ходящих гордо. Потрясающий отрывок из Библии. Я отделю от тебя твое царство. Давайте посмотрим. Я отделю от тебя твое царство. Посмотрим вообще, какая твоя реакция. Как ты будешь реагировать дальше. Что ты будешь, что ты будешь делать многих людей создается иллюзия, что с ними все нормально. И они начинают говорить, да я, вот это, вот это. Вот так шпук, и за одну минуту ты ноль. Никто. У тебя ничего нету, и, 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 и тебя нету. И вообще, ты живешь траву. Боже милостливый, за все тебе слава. Хвалите Бога Всемогущего, хвалите Царя Царей, величайте Его, благословляйте Его Святое Имя, превозносите Его, да будет Он прославлен, да будет Он возвеличен. И обращаюсь сейчас к каждому человеку. Послушайте меня, драгоценные мои. У вас есть выбор. Конечно же, вы сделали многое. И вы можете говорить, я велик, я славен. Вы можете смотреть на дела свои и возда воздавать себе хвалу. Но помните, что делал дьявол? Он делал то же самое. Он делал то же самое, он воздал себе славу. Когда обходил, смотрел на свои дела... Царь Вавилонский, ему показалось, что это он создал, он достиг. И он действительно был очень большой видный деятельный политик. Он влиятельный был. Его уважали, боялись во всех странах мира, в соседних боялись, потому что у него была суперармия, оружие. Он был очень влиятельный, но гордый. Он был очень влиятельный, но гордый. Бог гордым противится. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Царь ты, не царь ты, хоть кто ты. Это действует над всеми. Бог гордым противится. Исповедую так. Эта милость Божия привела меня успеху. Это милость Божия, это благодать Божия со мною. Это Бог поддержал меня, это Бог направляет меня. Это не мой талант, это не мои способности, это не моя сила, не моя рука сотворила. Но Твоя, Господи, рука сотворила. И все, что в моей жизни я имею, и все, что я буду иметь, я воздаю Тебе славу, я поклоняюсь Тебе, я хвалю Тебя. Царь славы, Бог Вседержитель, Бог все в руке Твоей, я воздаю Тебе славу, я вижу твою, Твои дела рук в моей жизни, я имею благодарное сердце, драгоценные. Чем, больше мы, чем выше мы поднимаемся, запишите такой тезис, чем выше мы поднимаемся, тем больше смирения Бог ожидает от нас. Чем выше ты поднимаешься, тем больше смирения ожидается от тебя. Бог ожидает от каждого из нас смиренных сердец. Бог ожидает от каждого из нас смирения. Смиритесь, и Он вознесет вас. Смиритесь, и Он поднимет вас. Смиритесь. Бог ждет смирения. Я смиряюсь под крепкую руку Божию. Я смиряюсь и разрешаю Богу прославиться в моей жизни. Я ухожу в тень. Я нахожусь в Его тени. Под тенью всемогущего я покоюсь. О, слава! Я научился ходить в смирении. Хочу учиться. Я, я, я не живу для себя, я живу для Него. Моя судьба это не моя судьба, это Его судьба в моей жизни, это Его благословение. Я ничего не способен, но Бог многое сделал со мной, и Бог направляет меня, и Бог использует, Бог взял меня в свои руки и лепит то, что Он хочет. И это не я автор, я всего лишь грязь и глина. Он горшечник, Он художник, Он созидает, Он работает, Он делает. Аллилуйя! Вы знаете, когда Самуил говорил Саулу: Послушайте вот эти слова: Первый царь, 15 глава, Первый царь Старый Завет, 1 царь, 15 глава, 17 стиха, 1 царь 15, 17. И сказал Самуил Саулу: Немало ли ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою с колен Израилев? Господь помазал тебя царем над Израилем? Поставил тебе Господь, путь. Сказав, иди, передай заклятых нечестивых амлетян, воюй против них, докольничтожишь их, 19 их. Зачем ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? Не мало ли ты был? Захотел добычу прибыли, захотел получить побольше. Ты был малым. Почему ты испортил всю свою жизнь? И дальше Саул, Саул отвечает Самуилу. 20 стих говорит, нет, 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 постой. Я послушал глаза Господа. Господь сказал, не бери ничего заклятого. А тот взял. 1 царь, 15 глава, 20 стих И сказал, я послушал, я пошел в путь. Я пошел, я послушал, я воевал. Куда послал меня? И привел Агага царя, и Амалика истребил. Это не я, народ из добычи. Взял овец, волов, взял лучшее из заклятого. Лучшее из заклятого. Он народ взял. Для жертвоприношения Господу Богу твоему. Он даже не может сказать моему Богу, твоему Богу. В Галгале. Мы для чистой, чтобы жертву Господу принести. Мы чисто. Да нет, ты взял из заклятого. Ты был малым в своих глазах, а теперь ты думаешь, ты великий, ты можешь идти делать то, что ты хочешь. И 22 стих. И отвечал. Самуил, пророк Самуил, неужели все сожение и жертвоприношение столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Неужели это одинаково? Неужели ты думаешь, что жертва и послушание, они одинаковы? Послушание выше. Послушание лучше жертвы, при навиновении лучше тука овец и волов. Аминь. Драгоценные. Думайте о себе скромно, по мере веры. Помните, все, что в вашей жизни есть, это от Бога. Это Божья рука, это Божья благодать и Божье благословение. Да пребудет с вами Господь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я хочу помолиться за вас и благословить именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь, да поддержит тебя Господь, да укрепит тебя Господь, да явит свою славу. Да откроет окна небес над тобой, да и зальет от Духа Своего на вас, благословляя вас именем Иисуса Христа. Господь, да пребудет с тобою. Господь да явит свою милость, да и зальет на тебя Господь, да коснется Тебя Господь, да будет явленным сила Божья в Твоей жизни. Я молю тебя, Господь, чтобы каждый человек, кто слышит сейчас мой голос, научился ходить в смирении, в послушании и в кротости благословляю именем Иисуса Христа. Благословляю вашей жизни, благословляю и прошу милости Господней над вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, я люблю, ценю вас, благодарю Бога за каждого из вас. Пускай Бог благословит вас. Научитесь ходить в смирении. За, во, за все воздайте славу Богу. Слава Богу, за все ему слава, он имеет на это право. Старая песня. Слава Богу, за все ему слава, он имеет на это право. Воздаю славу Господу, хвалю Господа, благодарю. Благодарю Бога за каждого человека, кто поддерживает нас. У меня много друзей, партнеров, которые участвуют. Я приглашаю вас стать участниками Божьих дел. И я не беру себе славу Поддержите телеканал Сеннал, поддержите Дом Веры Поддержите служение Поддержите, чтобы мы продолжали этот эфир Каждый эфир стоит денег, чтобы дойти до вас И вещаться к вам домой а, Нужно заплатить за, за интернет За спутники, за все заплатить Пройдите на CNL.tv И поддержите нас Я благодарю Бога за всех вас кто, кто поддерживает нас Благодарю Бога за ваши десятины и приношения Ваши десятины Писание говорит, принесите десятины в Дом а это дом веры, в дом хранилища. Принесите действительно, чтобы в нем была пища. Я благодарю Бога за каждого из вас, за вашу поддержку, за ваши дестины, за ваши приношение, за то, что вы делаете возможным этот эфир. Хранит вас Господь. Спасибо вам. А, и Джанаид, и Слава И все, кто там сейчас смотрит меня Я благословляю вас, ценю вас Яну, благодарю Бога За вас, и за Алина И за всех Евгений, Людмила, Дмитрий а я, я даже всех Георгий Я всех Светлана не смогу назвать По именам, но всем вам Благословение, вместе мы сила Смиритесь, если вы не хотите Смиряться, то может быть тогда Как на выходной носор будем жевать траву но я не хочу, чтобы это случилось. Воздайте слава Богу. Будь скор на признание Божьих благословений. Хвалите Господа. Всем благословений. Пока. Люблю и ценю вас. До свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиэнел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.